Записаться на прием к врачу или вызвать доктора на дом магаданцы смогут через личный кабинет «Мое здоровье» на портале госуслуг. Такой сервис на Колыме планируют запустить в сентябре. Его создают в рамках национального проекта «Здравоохранение». Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно подтвердить учетную запись на едином портале государственных и муниципальных услуг. Также нацпроект реализует в рамках региональных проектов развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьба с онкологическими заболеваниями и другие. Реализация программы здравоохранения находится на личном контроле губернатора Колымы Сергея Носова.